То, каким образом мы с вами приветствуем свою аудиторию, а также как мы выражаем чувство своей признательности за их присутствие на нашей презентации на английском языке, это как раз то, о чем мы с вами сейчас поговорим в этом небольшом видеоролике. Итак, у нас есть две основные части. То, как мы приветствуем, greeting our audience, и то, как мы также с вами выражаем чувство признательности или же гостеприимство за то, что люди посетили либо нашу презентацию, либо то, что они являются заинтересованными лицами в том, что мы хотим им представить. Итак, две категории. Greeting audience and welcoming audience. Как мы можем с вами поприветствовать тех людей, которые присутствуют на нашей презентации? Несколько вариантов я предлагаю здесь, на этой небольшой доске. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, everybody. And hello, everyone. Конечно же, список может продолжаться, он намного больше, но одни из самых распространенных здесь как раз и представлены. Good morning, ladies and gentlemen. Мы можем заменить фразу good morning на фразу good afternoon или же good evening. Все зависит от того, какое время суток вы представляете свой материал. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Очень важно нам также помнить, что слово gentleman мы не используем с окончанием s. Возможно, вы хотели бы сделать ударение на то, что присутствует далеко не один мужчина, но изменять, конечно же, эту форму нам не нужно. Почему? Потому что слово gentleman состоит из двух составных, и поэтому слово последнее man является неправильным существительным, и оно не приобретает окончание s. Соответственно, нужно помнить, чтобы мы сами не сказали good morning, ladies and gentlemen. Right? Good morning, ladies and gentlemen. Мы можем также выразить свое приветствие немножко более неформальным путем и сказать, например, good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Или же hello, everyone. Можно также сказать hi, everyone. Как переводится, доброе утро, дамы и господа, добрый день всем или же привет всем. Итак, good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Hello, everyone. Hello, everyone. После этих фраз, или же одной из них, мы можем с вами перейти к следующему аспекту, тогда, когда мы выражаем признательность за их присутствие и также несколько более, конечно, развернутых фраз. Итак, первая из них. First of all, let me thank you all for coming here today. Давайте немножко разберемся, что эта фраза подразумевает и как она, возможно, переводится на русский язык. First of all, прежде всего, let me thank you all, позвольте мне поблагодарить всех вас for coming here today, за то, что вы пришли сюда сегодня, или же за ваш приход сюда сегодня. Итак, еще раз. First of all, let me thank you all for coming here today. First of all, let me thank you all for coming here today. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за ваш приход сюда сегодня. Следующая фраза, менее формальная. It's a pleasure to be here today. It's a pleasure to be here today. Большое удовольствие. Это есть большое удовольствие быть здесь сегодня. It's a pleasure to be here today. It's a pleasure. Не смущайтесь длинным словом, потому что на самом деле оно произносится очень просто. It's a pleasure to be here today. Если вы совместите, допустим, вот эту фразу и вот эту, уже получится хорошее начало. Hello, everyone. It's a pleasure to be here today. Hello, everybody. It's a pleasure to be here today. Следующая фраза. I'm really delighted to see that so many of you could make it today. I'm really delighted to see that so many of you could make it today. Я в действительности очень восхищен или же счастлив видеть, что столько много или же так много из вас могли прийти сюда сегодня.
Окей? Опять же, здесь очень хорошее слово, достаточно красивая комбинация, выражение, комбинация слов. I'm really delighted. I'm really delighted. Если мы говорим о слове delight, то это немножко больше, чем просто счастлив. У нас есть слово happy, very happy and delighted. I'm really delighted to see. Я очень счастлив видеть, что так многие пришли сюда. I'm really delighted to see that so many of you could make it today. Could make it today. Хотел бы также подчеркнуть, что слово make, конечно, мы не переводим в буквальном смысле. И не нужно, знаете, как бояться использовать эту фразу, предполагая, что мы с вами говорим что-то наподобие «Я так счастлив, что многие из вас могли сделать это сегодня». Конечно же, это не так переводится. Слово или же структура выражения на английском языке «make it today» означает «прийти сегодня». Окей? Итак, I'm really delighted to see that so many of you could make it today. Следующая фраза. It's great to see you all here. Замечательно, превосходно, великолепно видеть вас всех здесь. It's great to see you all here. It's great to see you all here. Следующая фраза. I'm honored to be invited here today. I am honored, что означает «я почтен», для меня это честь быть приглашенным сюда сегодня. I'm honored to be invited here today. Последняя фраза тоже достаточно формальная, но красивая. И, в принципе, почему бы ее тоже не использовать в наших с вами презентациях. I feel really privileged to talk to you. Я чувствую действительно привилегию в том, чтобы иметь возможность поговорить с вами сегодня. I feel really privileged to talk to you. I feel privileged to talk to you today. Итак, greetings and welcoming. Одна фраза здесь, одна фраза здесь. И уже хорошее начало. Good morning, ladies and gentlemen. It's great to see you all here. And I'm honored to be invited here today.